регулярная пила Interskoll DP140 на 800. Устройство поставляется в фирменной коробке. Что касается комплектации, в нее входит направляющая линейка, специальный ключ и документация. Перед нами односкоростная циркулярная пила от компании Interskoll. На эргономичной рукоятке расположилась клавиша «Пуск» и кнопка блокировки, предназначенная для защиты от случайного включения. На корпусе находятся регуляторы глубины и угла наклона реза. Наибольшая глубина пропила под углом 90 градусов составляет 45 мм, под углом 45 градусов – 30 мм. Подключается пила к электросети с помощью 4-метрового кабеля. Пила получила двигатель мощностью 800 Вт с частотой вращения 4500 оборотов в минуту. Максимальный диаметр пильного диска составляет 140 мм с размером посадочного отверстия 20 мм. Сам пильный диск твердосплавный, что повышает надежность устройства. Кстати, установленный производителем срок службы пилы составляет 3 года. Interskoll DP140 на 800 пригодится не только для продольного и поперечного резания древесины, но и для других материалов, если, конечно, приобрести специальный пильный диск.